Я Венера, Альфа Центавровна, Бета Гамма, Млечный Высер Черной Дыры. Так вышло. Я была внесена в Красную книгу трех галактик. Гениальность — это бремя. Что еще? Однажды я вышла из тонкой материи в толстую и ничуть не пожалела. Мои магические горизонты расширились. Я произнесла три главных закона мироздания на всеобщем вселенском таком языке. Если хочешь узнать, что это за законы, подписывайся на Катю Лель. Она подробно все объяснит. Потому что я знает, что это такое. Недостаток образования. У меня же не полное галактическое. Мне это не мешает. Все, мы начинаем. Я жду ваших онлайн-обращений. Так, Вероника, здравствуйте. Я слушаю вас, Вероника, да. Здравствуйте, меня зовут Лидия. Это не важно. Что с Виктором? Что с ним случилось? С Виктором? А может, с Олегом? Нет, с Виктором. С Виктором что случилось? Я не знаю никакого Виктора. Думайте, Лидия, думайте, кто такой Виктор? Это очень-очень важный человек в вашей жизни. Думайте. Ой... Сын соседки, может? Да, это он. Я что-то чувствую. Я что-то чувствую. Сейчас попробую забраться поглубже. А что у него с полостью ануса? Я не понимаю. Пытаюсь читать, но что у него там? Лидия, что у него? Что... В Москву на заработки поехал. Да, я так и знала. Очень-очень дряблая энергетика, очень. Сейчас попробуем сузить анус Виктора. Фу, очень тяжело идет. Фу. Лидия, значит, пока там все сужается, скажите, чем я могу еще вам помочь? Я так, стоп. Лариса. Не поняла. Сейчас. Так, Лидия, что с Ларисой? С Ларисой что-то. С Ларисой? Что-то с Ларисой, да. С какой Ларисой? Ну, я не понимаю. С Ларисой Долиной. Что с ней, Лидия? Что с ней? Не надо. Я сама посмотрю сейчас. Сейчас я посмотрю. Сейчас я подключаюсь просто. Другое суета. Да, ой, слушайте, у нее все хорошо, по-моему. Лариса Долина, все прекрасно. Помните, я все еще контролирую сжатие Виктора. Может быть, еще что-то от меня нужно, я не знаю. Василий Степанович, подождите, сейчас правильно ли я вас поняла, да, что вам около 80, да, и у вас нет родственников, правильно? Вы живете один в трех комнатах, да, ага. Слушайте, не хотелось бы вас огорчать, но над вами сгустились тучи. Очень черные. Я попробую их раздвинуть. Не получается. Я просто так далеко не добиваю, Василий Степанович. Подождите, там в Краснодаре, да, человечек свой есть. Волшебник такой, очень сильный маг. В кожаной курточке такой черный, Самвелом зовут. Он сейчас подъедет, ритуальчик там проведет по очищению вашей квартирки от вас. В смысле, от вас только адрес, да? Прощай, да. Так, давайте следующий звоночек, да? Анжела из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте, Анжела из Москвы. Так. Не понимаю, что вы говорите, слов не разобрать. Что у вас во рту, Анжела? Что это? Так, что это? Это бриошь это с крабом, да? Это что это? Я не понимаю. Что это? Это сметанник из кофемании? Да или... какой сметанник? Анжела, вы с нами? Попробуй глубже зайти с другой стороны сейчас. Так, кажется, я зашла. Анжела, я поняла, что у вас во рту. Я поняла это. Вижу этот тяжелый на вас, серьезный такой хероворот поставили. Да. А что, от меня-то что требуется? Не понимаю, чего вы жалуетесь. Анжела, до свидания. Да, Марьяна, вы подошли, да, взяли. Скажите, где вы были в момент покупки? На кассе, поняла. Марьяна, думаю, в этот момент на кассе и состоялся ваш энергетический переход из трезвого состояния в алкоголистическое. Давайте, сейчас будем выходить. Кладем в пакет, да, выходим из магазина. Переход уже состоялся, Марьяна, покупка оплачена, все. Давай, иди домой. Идешь домой? Что чувствуешь, Марьяна? Грязь под ногами, поняла, сейчас. Сейчас что чувствуешь? Вонь на улице, отойди от мусорки. А, так быстрее до дома. Беги к подъезду, беги! Добежала? Все, открывай. Поднимайся. Угу. Все, Марьяна, я отключаюсь. Да. Бокалы есть у тебя? Все, у тебя сегодня будет хорошо. Давай, все, я спокойно. Клади трубку, давай. А, Лешенька, посылаю энергию, да, для тебя. Что чувствуешь сейчас? Скажи, что чувствуешь? Жжется, да? А, жжется, понятно. Угу. Слушай, Леша, а вообще давно жжется, скажи? Давно, да? Слушай, давай, берем ручку сейчас. Не правую, просто ручку, да?
и записываем телефон уролога. Давай, Лёш. Лёшенька, всё, давай без выкрутасов. Всё. Это магические советы, от них никуда не деться. Давай. Танюш, да, муж изменяет, поняла тебя. Сейчас мы поработаем, сейчас мы нашлем на него. Сейчас он пропердится. Нет, конечно, при ней, прям при ней, да. Что ж, я устала. А сейчас общая информация для тех, кто помнит. В прошлый раз я вместе с Илоном Маском объявляла конкурс для полета на Марс или... на полет в Марс. В общем, филологи будущего, они разберутся. И пришло множество, огромное множество каких-то даже ругательств. Даже деньги с карты сняли. Я пошерстила по своим там космическим кругам. По последней информации, значит, на Марс уже не модно. Все наши уже на Сатурне. Сатурн — это планета возможностей. В этот раз я без Илона Маска, без, мне больше не нужен этот позор, объявляю свой собственный конкурс для полета на Сатурн. На что могу гарантировать, что полет пройдет дружно, 3 гитары точно будут. Кто-то обещался взять укулеле. Как всегда, отдельно я сделала приглашение Димке Маликову. Надо было предупредить отдельно человека, все-таки, да, артист, что он теперь не летит на Марс, он летит на Сатурн. Не знаю пока, как он к этому отнесется. У нас по-прежнему с роялем нельзя. Требования, конечно, минимальные, но комиссию должен пройти как бы каждый. Вот. И уходим сейчас от этих небиоразлагаемых материалов. Сибирская шерсть, экологически чистая хвоя.